Ответит Александр Григорьевич Лукашенко. Они молодцы! И по очереди опять. Вот так вот били. Потом еще какой-нибудь вопрос. Там, я не помню. Будете ли писать? Да, будете ли вы писать заявление об избиении? Нет, не будем. Молодцы! И опять там бить. Чтобы самоутвердиться как-то или просто покалечить. И просто берет и спрашивает, как дела, сучка. И просто берет, себе дальше ставит к стене, просто бросает в стену как будто какая-то вещь. Заставляет раздеваться. То есть, и как бы, когда ты ставишь ноги на ширине плеч, как надо, руки за спину, она тебе бьет еще больше, то есть по ногам. Отобрал мой телефон, заставил его разблокировать, сел на меня и смотрел то, что у меня в галерее творится, и, в принципе, все мои переписки личные, то, что в каких группах я состою. И когда он увидел группу, вот чай с моим вареньем, наподобие вот этих всех групп в Телеграме, он сказал, что достает вазелин из кармана и говорит, ты знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы тебя просто изнасилуем. И как бы вот это вот были угрозы на протяжении вот всего пути, там, минут 15. То есть мне говорили, что меня изнасилуют, что меня прикопают где-то в лесу. И они действительно, вот был момент, когда они остановились возле леса. И такие, ну что, готовься. База не было, он заплыл. Дальше был, спускаемся чуть ниже, был человек, у которого просто был раздроблен позвонок практически. То есть там была просто какая-то щель, дикая боль у этого человека была. Люди глазами просили, чтобы их оттуда забрали. В глазах читался просто полный ужас. Я хотел бы просто, чтобы закончился этот зверский режим. И чтобы такого, как Кристина, больше никогда не повторялось.